Здравствуйте. Есть у меня золотой ус. Со временем он сильно разрастается. Вот так высыхают у него листики. Специально не убирала их, чтобы показать. Вот ус у него померила я. Он 1,20 м в длину. Земля у этого растения сделалась твердая. И поливай, не поливай, она каменная просто. И такое растение можно обновить. Даже нужно обновить. Вот тут есть основной побег. Вот он. Перед моей рукой. И здесь от него идут новые побеги, новые эти усы. Сейчас мы его поймаем. Вот, идет такой плотный ус. Такие коленки у него. Здесь он был поломан, оторван. И пошел потом маленький, тоненький усик. Вот эту часть можно оторвать, поставить в воду. Ус пустит корни, и тогда его можно посадить. Ну вот возьмем вот этот стебель. Вот столько у него коленок. Вот эта коленка. Так. От листика до листика. А вот тут у него уже хотят вылезти корни. Вот в этих коленках корешки даже уже видны. Вот он. Корешок. И здесь тоже. О, хорошо видно. Вот они. Над пальцем. Вот в этом месте мы его обломим. Сейчас двумя руками это сделаю. Ну вот готовый побег. Его можно укоренить. Листики здесь оборвать надо, чтобы они не стояли в воде, иначе сгниют. Ну вот, поставила его в воду. Будет укореняться. Вот еще один ус. Вот сначала здесь у него нет корешков, не видно. А чем старше побег, чем дальше, то вот у него здесь видны корешки. Уже образовываются. Вот они. Вот такие выпуклые части. Это корешки. Можно такой побег оторвать в этом месте и сразу посадить в землю. Не надо, не обязательно сажать, ставить воду. Можно сразу в землю. Поскольку растение большое, то сразу возьму горшок размером 15 сантиметров. Вот до половины насыпала землю с кокосовым субстратом. Может, такая земля не будет сильно сохнуть и делаться каменной после полива. Живучесть у золотого уса, конечно, неимоверная. Вот такая ветка длиннющая. А вот у него новый росточек идет. Вот зелененький. Здесь вот эти отростки. Ну вот у которых корни видно. Наклевываются корешки. Сразу их можно в землю. Ну тут еще есть. Вот видно хорошо. Корешки. Вот в этих коленках они наклевываются, в этих местах, где полосочки. Вот они разного размера, но это не имеет значения. Вот на маленьком тоже корешки видны, вот здесь. Вот тут. А здесь есть такие махонькие, у которых не особо корешки видны. Значит, их можно поставить в воду. А вот такой букет у меня получился.
будут укореняться в воде, и потом посажу их в землю. Вот еще с другого кустика сорвала побеги. Вот здесь уж конкретно видно корни. Смотрите. Вот такие бугорочки, это корни. Тут еще видно, проклевываются корешки. Ну вот 5 ростков посадила, положила в горшок. Сейчас присыплю землей. Ну вот золотой ус сидит в горшочке. Немножечко его польем, как всегда, после посадки растений. Земля у нас влажная, корни смогут расти. Ну вот два варианта укоренения золотого уса. Можно сразу в землю, а можно поставить в воду и подождать, когда пустит корни, а потом сажаем в землю. Всем спасибо. До свидания.